Всем привет! В этом ролике мы научимся делать лошадей в Build-A-Bot. Я не смог найти такие постройки у зарубежных и наших ютуберов. И потратив немало времени, сделал простой и легкий механизм. А сейчас будет мой любимец, черный арабский скакун. Он своенравный и не любит, когда на нем сидят два игрока. Вы видели, что произошло? А сейчас будет вторая попытка. Ну и во второй раз он меня очень больно скинул. А сестра просто ускакала. В конце концов, я его приручил, и мы с ним подружились. Эта лошадь может поворачивать вправо, влево, вставать на дыбы и даже кувыркаться, но это я покажу позже. А сейчас просто посмотрите, что умеют мои лошади, перед тем, как мы начнем туториал. У этой постройки есть несколько способностей. Во-первых, она красиво шагает и можно увеличить скорость бега. Также она может поворачивать вправо-влево и даже кувыркаться. Может вставать на дыбы. Если вы обратили внимание, у нее машет хвост и мотает голова. Ребята, помогите мне набрать как можно больше лайков и комментариев под этим видео. Прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А вот и обещанный трюк с кувырками. Еще я сделал такую корову, на которой можно кататься. Я только поменял голову. Смотрите, как у нее смешно машет хвостик. И она может мотать головой. Время туториала. Берем блок пластика, ставим и поднимаем его немножко вверх. И потом убираем лишнее. Сегодня мы будем ориентироваться по числам, которые вот находятся вот здесь, внизу. Должны быть числа 4 на 3 на 11. Вот смотрите, какой у меня получился прямоугольник. Теперь тут ставим железный блок. Раз-два деления отходим. Раз-два здесь. Раз-два здесь. Раз-два здесь. И у меня масштаб на 0.5, по максимуму приплюснутый. Кстати, настройки у меня стоят перемещение на 0.5 и уровень скрепления на минимальный. Это обязательно нужно ставить. Теперь здесь ставим по блоку. Пока что с ними ничего не делаем, только приплюснутываем. А здесь мы ставим еще по одному блоку. Но не как в прошлый раз мы делаем, а оставляем уже два деления, а не одно. Надеюсь, вы поняли. Теперь мы берем сервопривод. Крутим его таким образом, чтобы темно-серая часть смотрела к пластику. И ставим так два сервопривода. С другой стороны, немножко надо будет по-другому. Но сначала здесь поднимаем и немножко внутрь заводим, чтобы у нас все не отпало. Теперь к нижней части сервопривода ставим по железному блоку. Это нужно, потому что темная часть сервопривода, сквозь нее могут проходить блоки. Здесь поднимаем на два деления, видно же, что немножко нужно сделать. И заводим внутрь, чтобы это еще не отвалилось. Здесь нужно чуть-чуть по-другому поставить сервоприводы. Берем вот этот нижний блок, берем масштаб на 2, по максимуму растягиваем вот сюда. И теперь ставим сервопривод от него, вот так, чтобы темная часть смотрела в другую сторону от пластика.
ставим масштаб на 0.5 и делаем то же самое. Сдвигаем внутрь и делаем чуть поменьше, чтобы не ломался сервопривод. Вот так теперь мы полностью оттягиваем это, чтобы на циферках у нас было 2 целых, то есть 2.2.2. Там будет вот так написано, это равно ровный блок. И ставим тоже внизу блоки для равновесия. Теперь ставим масштаб на 0.2 и немножко поднимаем, чтобы выглядело более красиво. И теперь строим ножки. Просто ставим внизу платформу и немножко ее масштабируем. Теперь ставим кнопку, у вас сразу все к ней привязывается, но у меня все привязывалось к корове, потому что у меня тут корова был прототип. Так, сейчас мы ставим здесь кресло пилота, обязательно пилота, отвязываем от него, если что-то привязалось. И задние мы ставим на клавиши E и Q, а передние на Q и E. Эта кнопка нам больше не нужна. Сейчас мы сзади ставим сервопривод, это у нас будет хвостик вот так. Я его нечаянно перекрасил. Сейчас я его отвязываю, и мы его потом привяжем на другие клавиши. И здесь строим хвостик. Ставим блок, масштабируем его по максимуму, а внизу нужно построить бахрому. Вот к этому блоку строим бахрому. Вот я и закончу строить бахрому. Теперь сохраняем это. Регулярно сохраняемся и привязываем на клавиши E. Так, теперь выделяем эти 4 сервопривода, которые отвечают за ноги. В часть момент на средний. И скорость у них оставляем такую же. Все оставляем такую же. А вот здесь нам нужно просто скорость на десяточку поставить и 45 градусов. Так, все, сохраняем. Отключаем анчор и проверяем. Как видите, у нас небольшие неполадки. Технические шоколадки, так сказать. Сейчас будем эти технические шоколадки исправлять. Ставим масштаб на 0.2 и тут немножко оттягиваем, потому что сервоприводы у нас внутрь заехали, получается. Даже масштаб на 0 можно поставить. И нам нужно задвинуть железки, а то они потом полностью ноги у нас вообще отпадут. Так, ну а пока мы сделаем голову, раз начали. Оттягиваем немножко, здесь ставим сервопривод вот так сверху. И протягиваем... Возвращаем в исходную позицию, как у нас было до этого. Теперь немножко опускаем вниз, чтобы сервопривод немножко отвязался, то он тоже вращаться не будет. Как с ногами у нас будет ситуация. Здесь мы чуть-чуть опустили, поэтому у нас кресло может отпасть с шансом 100%. Поэтому мы здесь построим небольшую платформу. И так мы потом будем седло делать. Угол наклона ставим 20 градусов, скорость 20. Две двадцаточки. И сохраняем. Пока что не проверяем. Здесь нам нужно сделать все это ровно. Те ножки, которые мы до этого строили. Вот так немножко их вниз опустить. Перекрасим для удобства. И так нужно сделать 4. И сделать их одинаковыми. У меня масштаб стоит на 0, поэтому одинаково сделать очень сложно. Но мы немножко счичерим. Возьмем инструмент масштабирования или рулетка, как вы любите ее называть. И так протягиваем и можем сделать ровно. И также мы сделаем с другими ножками. Перекрашиваем и все делаем. Так, ну сейчас мы построим голову лошади. Быстренько. Возьмем мы ее из Майнкрафта. Сейчас я построил шею. Потом саму голову. Шею немножко протягиваем, но чтобы она не докасалась до пластика. Нужно сделать так. Здесь. Здесь протягиваем, здесь еще ушки сделаем, второе, так вот, и сохраним. Чтобы голова вот так у нас не отвалилась, нам нужно кое-что сделать. Мы сейчас оттягиваем масштаб на 0.5 от сервопривода, и этот сервопривод нужно поставить заново, потому что он не привязался к новой голове. Мы его сейчас привяжем, крутим и ставим, вот так вот. И снова затягиваем. И настройки нужно те же вести, как в прошлый раз. 20-20. Две двадцаточки. Здесь немножко пониже опустим. Но смотрите, здесь теперь железки видно. Железки можно пониже опустить. Тогда их видно не будет. Так. Все, я все сделал. Немножко нужно протянуть
седло будущее и привязываем на клавиши E, Q. Так, 20, 20. Ну, я там еще троечку поставил скорость. 20, потому что слишком быстро. Сейчас проверяем. Да, у нас что-то он назад идет. Но голова и хвостик правильно работает. Смотрите. Здесь проблема в чем заключается? В том, что нам нужно построить вот такие вот ноги. Впереди делаем вот так. И нужно их назад тоже протянуть. Это очень сильно влияет. Но мы потом их все равно прозрачными сделаем. И так немножко протягиваем. Сзади тоже, чтобы были. Без этого не ходит лошадь. Опускаем вниз, протягиваем, и так делаем со всеми ногами. Все, вот я и закончил. Отпускаем и проверяем. Во, как ходят. Прикольненько ходит. Все работает. Голова шевелится. А теперь мы это все делаем прозрачным. Потому что это нам не нужно. Это только механизм. Так, теперь здесь у нас будет немножко другой цвет, поэтому просто все это закроем. Здесь на всякий случай серым отметил. Сейчас сделаем ноздри быстренько. Вот так вот. Готово. И еще нам нужно сделать глаза. Здесь для удобства перекрашу другой цвет, чтобы видно было, где у меня что находится. И просто перетяну на другую сторону. И перекрашу в белый. Теперь сделаю зрачок. Вот так вот. И перекрашу его в черный. Такой же нужно сделать с другой стороны или просто перетянуть. Вот так вот. Готово. И перекрасить еще надо. Ноздри должны быть черными. Здесь более такой светлый цвет. Но сейчас мы будем раскрашивать и подбирать цвета. У нас это будет редкий вид лошади. И, кстати, единственная лошадь пока что это в билд-а-бот. Поэтому у нас будет сверху белое пятнышко. И продолжаем раскраску. Я расскажу, здесь серый. Копыта более яркие. Хвостик такой темненький. Здесь подберу цвет немного коричневатый. И вот здесь тоже. И сохраняем. Теперь делаем седло. Делаем здесь немножко наклонность. Вот я и закончу делать седло и сделаю прозрачно 100% у кресла, потому что оно не очень красивое. Еще сделаю ротик. Перекрашу его в красненький цвет, алый такой возьму. На другую сторону перенесу. Теперь поставлю золотой блок. Но сначала нужно сесть на кресло. И сделаю веревочки. Чтобы их держал персонаж. И сделаю такие серебряные. Теперь немножко оттяну их от рта, потому что они у меня вообще в рот заходят. Точно такую же построю с другой стороны. Также построим гриву вместе с бахромой. Здесь сделаю золотую дерзалку и перекрашу ее в более серебряный цвет. Сначала немножко оттяну предыдущие веревочки, более темненькие возьму. И сохраняю. Теперь отключаю фиксацию всего и лошадь работает. Управление QE. Когда мы нажимаем QE, нам нужно чередовать эти клавиши, и у нас будет ходить лошадка. Иногда она идет немножко в сторону, поэтому нам нужно поворачивать обычными клавишами AD. А также можно делать кувырки с помощью клавиши VS. Надеюсь, у вас все получилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ух Геймс. Всем пока-пока.